В Алматы жители микрорайона ЖТСУ-2 вышли на протест против точечной застройки. Почти половины двора лишил их предприниматель Жуматаев, задумавший строительство торгового павильона прямо на детской площадке. Застройщики поставили забор и спилили около двух десятков деревьев, которые люди сажали своими руками. Жители написали заявление в прокуратуру. Все идем законным путем, но он не смотрит на нас и начинает действует. Поэтому здесь составлен график дежурства, и, соответственно, народ согласен, дежурит, блокирует ворота, и не дадим им строить просто. Собравшиеся ссылаются на указание президента Назарбаева о запрете точечной застройки в южной столице, поскольку Алматы и так не отличается чистым воздухом. Торговый павильон Жуматаева не только усилит нагрузку на коммуникации, но и отхватит львиную долю и без того тесного двора. Сам предприниматель к жителям не приехал. Все шишки за него получал его представитель. Это будет торговый павильон, который будет соответствовать целевому назначению. Кроме того, Жуматаев подготовил письмо, но вот он занят, он не успел расклеить о том, что обращение представителей по доверенности. Хватит, в суде будете защищать. Позвольте, так, пожалуйста. Господа. Господа, нам ее так, все, господа. На место событий подъехали полицейские и представители районного акимата. Последние сообщили, что деревья вырубили незаконно. С нашей стороны был составлен административный протокол согласно статье 300 Административного кодекса Республики Казахстан. Штраф как индивидуальный предприниматель 60 МРП 111 120 тенге, который он оплатил. И согласно пункту 26 этого же правила, компенсационное восстановление одного дерева, вырубленного без разрешения, в 10-кратном размере. Между тем обстановка начала накаляться. Принесли лом. Сломав замок, жители и журналисты зашли на огороженную территорию и устроили там импровизированный митинг. Люди с возмущением показывали выкопанную строителями яму, остатки спильных деревьев и электрическую подстанцию, оказавшуюся за забором. Само ограждение начали было разбирать, потом, правда, передумали и решили дождаться ответа от соответствующих инстанций. Жители обещают, что стройки в своем дворе они ни за что не допустят. Редактор